Привет, ребята. Обзор очередной прошивки. Это Lineage OS 16 для Asus Zenfone 3. Ну, Asus 3, в общем, ZE520 модель конкретно называется. Прошивка я отдельно поставил и отдельно Google Market ставится. Поставился он без ошибок. С выбором я поставил, как видите, Gmail, Hangouts. Ну, то, что мне нужно, поставил карты. Единственное, только сбоило фото, но потом я обновил, и она запустилась. То есть сбоев И я не вижу в этой прошивке пока что. Долго она у меня стоять не будет, потому что я попробую следующую прошивку, просто для интереса их посмотреть. Так. Здесь меню все стандартное, ничего особого такого я не замечаю. Так. Вот прошивка. А даже обновляется со временем она. Как бы на форуме валялась, как будто не обновляется. Но здесь пишет, что 14 сентября версия. Так, Android 9. Сборка, как я понимаю, сентябрь 14. Здесь она может даже обновляться, если выйдет следующее обновление безопасности. Каких-то особых настроек я не заметил отдельного пункта. Может быть, я пропускаю это все. Ну, все стандартные пункты. Здесь хранилище 9 гигабайт. Все это заняло еще с Google Market. И Google Market стоит с хэнгаутсами. Ну, что, в общем-то, я считаю, хорошо. Никаких фотографий, видео пока что здесь не валяется. Да и не будет валяться. Так. Меняет на темный свет то ли вечером, то ли это когда картинки ставишь темные. Работают показ какие-то два тапа по экрану. А сейчас что-то не выключается. Два раза стучишь — выключается, два раза стучишь — включается. Сейчас что-то не работает, наверное, потому что запись идет с экрана. Кнопки я сделал, включил, не знаю, это Lineage или вообще есть возможность кнопки на экране, потому что у меня кнопки не подсвечиваются и неудобно, я не вижу в темноте постоянно этих кнопок. И причем так интересно получилось, когда на экранные кнопки я включил, подэкранные не работают. В общем, прикольно, интересно. Молодцы, в общем, так сделали. Первый раз такое вижу. Стандартных программ стояло очень немало. Ой, мало, очень мало. Там описывать смысла нету. Проводник, браузер простенький. Все равно, например, мне придется ставить свои проводники.
стандартные, неудобные, слишком простые для меня. На теме форума почему-то написано, что прошивка заброшена, но на самом деле я думал, как в начале года. А, или к Resurrection я имел в виду, к Resurrection. Но на самом деле обновления безопасности делают. Так, нашел я вот описание подробное. Unofficial Lineage 16, 14 сентября. 9 Android. Android Security Patch 5 сентября. Vendor Security Patch 1 июля 2018. Плохо я понимаю, что это такое. Это как асусовский. Он тоже должен свои какие-то патчи выпускать, как мне их где брать и как ставить сюда, вообще не представляю. Это, как я понимаю, прошивка сотового модема вайфайного, какой-то там Leo Kernel 3.18.140. Собран в сентябре. Здесь юзер дебаг в 19-м, да, клетка ключи, как бы build number. Так, что-то я все время забываю, где оперативную память он показывает. Как убрать эти настройки, блин, дурацкие, не нужны они мне, эти настройки. Ну, такая прошивка, как бы, вполне хорошая, пока что недостатков я не вижу. У меня стояло как-то LineH, и продолжительное время тоже вполне нормально работало. Ну, пока что на этом все. Пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Я следующую тут прошивку поставлю, потестирую.